28 финансовых пирамид ликвидировали в Казахстане с начала текущего года. Об этом сообщили на заседании Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу в Алматы. В рамках борьбы с мошенничеством правоохранители заблокировали больше 12 тысяч сайтов и почти 300 аккаунтов в соцсетях. В АФМ рассказали, что используют аналитическую систему, чтобы распознать незаконную рекламу финансовых пирамид. Программа также позволяет выявлять случаи превышения допустимых цен на социально значимые товары на основе данных электронных счетов фактур. Всего в текущем году обнаружили больше 600 таких нарушений. 350 человек привлекли к административной ответственности. Здесь мы дальше продолжим работу, в том числе на местах, потому что сейчас очень сильно именно сельская местность нуждается в разъяснительной работе. И вот хотелось бы вместе с агентством на базе общественного совета эту работу перенести в более отдаленные регионы, потому что все равно в городах более-менее люди осведомлены. А то, что я вижу на сегодняшний день, вот именно в аулы мошенники идут, где интернет есть, и там людям обещают всякого рода дивиденды и так далее, и так далее.